Иосиф Пригожин рассказал о странных выходках своей экс-супруги Елены. Продюсер вспомнил, как после развода его доставали телефонными звонками новые партнеры бывшей жены. По словам продюсера, после расставания он какое-то время помогал Елене финансово. Как только она нашла себе нового мужа, то Пригожин перестал отправлять ей средства. Продюсер считал, что теперь их контакт полностью закончен. Однако тут ему стали поступать странные звонки от новых возлюбленных Елены. Так, однажды с ним связался незнакомец и сказал, что носил нижнее белье Пригожина и ходил в его костюмах. Позже выяснилось, что звонивший мужчина какое-то время работал у продюсера охранником, а теперь находится в романтических отношениях с его бывшей женой.